Точно с утра. Сделал. Пол мне натоптал. Ведь еще
бросили. А через... И я уже купила бутылку Мондора. Да, кстати, по поводу бутылок Мондора. С 15 декабря я выжрала 7 бутылок Мондора. И у меня теперь 2 стакана. Так вот. Первую бутылку я выжрала за то, что сломался котел. Вторую бутылку за то, что котел сремонтировался. Третью бутылку за то, что он опять сломался. И четвертую бутылку за то, что я купила новый котел двухконтурный, корейца, по скидке. Но даже с этой скидкой он стоил как, блядь, ебать. Короче, вот если девочки покупают всякие тачки, всякие тазы зимой для дрифта, я покупаю. Настоящие женщины. Настоящая женщина покупает двухконтурный котел себе домой. Корейский. Вот до весны хватит, а весной уже когда тепло, мы поставим новый котел, поэтому весна будет распаковка котла. Последний видосик, кто смотрел, где я хвастаюсь шиной и колпаками. Шину я купила, не ту, что надо, блядь, не ту, блядь. У меня размер 65, а я купила 60-й. Новую, за бешеный прайс, шину. Я не знаю, что с ней делать, ее никто не покупает. Поэтому я теперь копаю, да, копаюсь. А селька как бы на зимовке, я катаюсь на гетсике. Но если вдруг что, вот как-то, там, не знаю, там, на презентацию выставки, там, ваш шанс просрочен. Я выкатываю сельку, и знаете что? Эта липучка, которая на сельке, она идеально держит дорогу. Она держит дорогу лучше, чем шипы на гетсике. Я точно могу сказать, что я имею статус лучшей на липучке. Также вернемся к котлу. В ту ночь, когда он сломался, в нем грелись мыши, как мы это поняли, мы его открыли, а там насрано и шерсть на теплообменнике. Короче, мыши грелись в последнюю ночь, а когда котел сломался, насрали там, потусили там. И девочки, которые пишут, знают, что у меня проблемы с мышами, дома они мне спать не дают. Мы их выловили почти всех обычной старой мышеловкой на сосиски дешевые и сардельки, красная цена которой. Да шучу, я свои сардельки этого, останкинские. Да, кстати, сосисочка здесь. Защиту курсовой по живописи защитила на отлично, но, блядь, не без кринжа и не без трэша. Ну, не по поводу меня, а просто что, какая обстановка у нас стояла в аудитории. А также я, естественно, вместе со своей Широкой, великим и ужасным Евгением Викторовичем Кирсановым, открывала 20-ю выставку в музее в Ореховском, где вы можете посмотреть, там даже есть работа, которую делала я своими ручками. А сегодня я была на презентации нашей курсовой дипломной работы по дизайн-проектированию. Вещи, которые мы делали, обрабатывали мебель, делали обстановку, обстанавливали музей. Сегодня было открытие вместе с телевидением и журналистом. Еще какие-то школотроны пришли, блять, нахуя школьников приводить на выставку советского быта? Вы реально, сука, думаете, что они будут слушать? Вы реально, сука, думаете, что им интересно? Они просто стояли и лапали экспонаты. Я следила, чтобы эти придурки что-то
еще и не спиздили, блядь. Нашли, куда школьников приводить, в музей краеведческий. Вы что, совсем, что ли? Еще у меня уж на протяжении 2 недель мне приходится
каждый день вытаскивать огромные пакетища со Озона. У меня появились деньги, большие деньги. Тратить их на всякую хуйню. Мне пришлось поменять пункт выдачи, потому что меня уже подъебывают по поводу того, что я каждый день собираю пакетище, просто обношу Озон. Вот из-за этой газировки абсолютно пропал вкус алкогольного лавенди, но он стал интересней. Я вот очень люблю вот эти Crazy Mix. И стоят они там вообще копейки, в маяке 60 рублей. Так, что дальше положим? У меня тут вот яичко есть, вот ему правда плохо стало. Это вот Лена так сварила яйца, я просто очень торопилась сделать ему. Конечно, я где-то видела, что цены на яйца 450 рублей в каких-то регионах. Колбаску беру, сырокопченую. Я не знаю, ребят, у нас яйца сейчас не дороже 109 рублей. Вообще, ну то есть нормальные яйца.
вернемся к шине. Я охваталась шиной и колпаками. Колпаки тоже не подошли. Блять. Знаете почему? Потому что у Кеца болты выпуклые. И не надевается, не всаживается колпак. И мне просто угораздило в последний день возможность возврата на Озоне. Отправить заявку на возврат их. Прикиньте. Уже не лезет, но это так вкусно.
Держись. Силу осенью. Я сейчас, оказывается, в такую погоду на душе очень теплая. Все, идем на улицу. Никого не заставляю курить, но в такую погоду невозможно просто. На весик у нас отожегся. Так, ну что, блин, просто нереально. Снегопад сейчас покажу. И слышите, течет. Это вот еще с крыши капает. Я очень надеюсь, то, что на камеру передается снег. А теперь прям на улицу пойдем. Вот тоже, смотрите, как красиво. Местные дрифтеры,
как раз у Ашана. Правда, я, как всегда, пришла под конец, но тем не менее что-то успела посмотреть, соснять не успела. А вот, кстати, малая часть, на чем мы сегодня будем делать грязь.